Всем привет! Супруга тут сходила в магазин в Lidl, там сейчас распродажа на Хэллоуин. Вот такое мороженое черного цвета купила. Значит, 4 штуки по 135, вот таких 4 рожка. Вот, вышло за это мороженое 300 динар, 150 рублей. Так, это у нас паста, макароны, тоже на Хэллоуин, вот такие с тыковками, 500 грамм, и паста это у нас вышла, ух, найти бы ее тут, Кристина Краталена, ты ее что, не оплачиваешь? Извините, в общем, не знаю, не могу сказать, сколько она стоит. От обратного. Супер Брейн тролли. Тоже вот такие сладости для Хэллоуина. Ага. Кристина Тротарена. Терес, я серьезно не понимаю, что это тут.